Председатель правительства Ивановской области Михаил Мень лишился одного из заместителей. Начальник департамента внутренней политики Максим Поляков покинул пост по собственному желанию. По нашей информации, зампред правительства оставил должность в связи с переездом в Москву. Мы можем подтвердить, что он покинул пост заместителя председателя правительства в связи с переходом на новое место работы. Исполняющий обязанности начальника департамента, ни в коем случае не заместителя председателя правительства, назначен его заместитель Игорь Школьников.